Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Я участвую в проекте «Всем миром Whole World» более 7 лет. Очень часто слышу в свой адрес: «Мошенница, много ли ты лохов развела? Ваш проект лохотрон, обман». И это я слышу в течение 7 лет. Давайте разбираться, как это работает. Сегодня у меня было несколько оплат. Я приняла финансовую помощь в свой адрес, и пришли они сразу на мой Payeer кошелек. Вот мой Payeer кошелек. Мне пришло по маркетингу во всем миром 3 доллара, 2 доллара. С активации мне пришло 1 доллар, это бонус активейшн. Если мы зайдем в транзакции, вот 1 доллар поступает тогда, когда человек активирует свой кабинет в проекте «Всем миром» за 5 долларов. И спонсору идет активейшн бонус, вот как мы видим, сразу на Payeer кошелек. Дальше. Если человек оказывает финансовую помощь в эстафете 100 долларов согласно маркетингу, человеку поступает, его наставнику, 10 долларов. Смотрим, с вычетом комиссии мне на Payeer кошелек пришло 10 долларов. 10 долларов поступает на счет того участника, чье имя расположено в нижней строке сертификата. Услышали? 10 долларов поступает человеку, то есть мне, наставнику, чье имя расположено в нижней строке сертификата. Откроем мою почту. Посмотрим. Вот ваш партнер активировал свой аккаунт за 5 долларов. Я вам показал, что мне пришел 1 доллар. Вот я делала скриншот. Здравствуйте, Ирина Агапова. Поздравляем, вам поступил перевод на сумму 10 долларов. И написано от кого? Елена. Заходим в кабинет. Открываем раздел транзакции. И смотрим. 10 долларов от Елены. Аккаунт активирован. Перевод выполнен. Я вам на Payeer показала. 10 долларов мне пришло. Теперь откуда же пришло 3 доллара, 2 доллара, 1 доллар? Вот бонус активейшн. А это пришло, друзья мои, в благотворительном марафоне, который запустился в 2018 году с бинарным маркетингом. Давайте зайдем в управление местами. Получено у меня в марафоне 5126 долларов. На основное место 1294, 941 и 18 долларов. Я четвертое место совсем недавно купила. Вот эти денежки у меня получены. Я каждые 3 месяца продлеваю свои места. Вот моя структура. Вот это мои места. 1, 2, 3. Золотым треугольником я получаю в несколько раз больше, нежели если было бы у меня одно место. Вот это вот мои партнеры, у кого зеленым цветом отмечено. Это моя структура, рабочая структура. Смотрите, и со всех них я получаю финансовую помощь по 1, 2 и 3 доллара согласно маркетингу. Смотрим, как работает маркетинг. Нажимаем «Смотреть презентацию». Я вам сразу покажу, как распределяются эти 35 долларов, которые человек оказывает финансовую помощь в марафоне. 3 доллара идет информационному спонсору. Я их получила. 10 долларов идет на благотворительность. 3 доллара идет сервисный сбор. Смотрите, как распределяются эти 35 долларов. 19 идет в структуру на 10 уровней в глубину. Получают 1 доллар вот по 1, по 2 и по 3. Открываем мой Payeer кошелек. Я и получила их. По 1, 2 и 3 доллара согласно маркетингу. 3 доллара благотворительный марафон, читайте. 2 доллара благотворительный марафон. То есть получается, все это работает. Как же вывести теперь деньги с Payeer кошелька? А деньги вывести очень просто через мониторинг обменников. Что я сегодня и сделала. Вот мой вывод. 5821 рубль я сегодня вывела, 30 августа. Так получается, что все это работает, система работает, никто вам не наврал. Получается, кто говорит: лохотрон, мошенница,
лохов обдираете. Получается, они не правы? Ведь так? Если бы ничего не работало, я бы не была здесь 7 лет. Логично. И система работает с 2011 года. И еще будет работать долгие-долгие годы. Приглашаю вас в команду. 9-й год работает, и вас там еще нет. Всем пока.